А осеннее обострение коснулось не только депутатов, членов коммунистической партии, но и некоторых других жителей нашего региона. Неожиданно из-под лавки опять выскочила уфимская городская активистка Алла Яковлева. Вооружилась рогами неведомого животного и понеслась к Белому дому. После того, как она прибыла в Белый дом, Алла Яковлева передала дорогому Радию Фаритовичу те самые рога. Этот перформанс госпожи Яковлевой был призван напомнить Радию Хабирову его обязательство рогом упереться, но проблему улицы Шата Руставели решить. Видимо, по прошествии нескольких лет Алла Яковлева все-таки поняла, что никакого рога у Хабирова нет, и упираться, собственно, в родную землю ему нечем. Кроме всего прочего, наивная активистка-швея так и не поняла еще за эти годы, что упирается ради Хабиров, чем-нибудь упирается, только тогда, когда это ему, например, лично выгодно. Во всех остальных случаях не упирается. Так что вовсе не тот реквизит на самом деле доставила в Белый дом госпожа Яковлева. Примечательно, кстати, то, как изменились требования швеи. Если раньше она требовала запрета на точечное строительство рядом с ее домом, то теперь уже хочет улучшить жилищные условия через расселение того своего собственного дома. Тут уже, пожалуй, пора дать совет Ради Фаритовичу. Упритесь уже, дорогой Ради Фаритович, чем-нибудь куда-нибудь, или дайте уже, в конце концов, квартиру этой Яковлевой, а то уже совсем даже не смешно. Впрочем, выбор у вас не богат. Или давать квартиру, или примерять рога.